Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 15-го каталога Faberlic. Много очень новинок, 14-й у нас с вами был короткий, не забывайте, двухнедельный. Итак, поехали. Сразу хочу сказать, особенно для тех, кто говорит, что я все хвалю, нет, я сейчас в этом обзоре буду очень сильно ругать один продукт, поэтому обязательно смотрите до конца. Новая линейка у нас обновленная, легендарный кислород и Axiology. Вообще базовый классный уход. Я сейчас просто влюбилась в один крем, сейчас покажу какой. На день его использую. Так, это у нас бальзамчик обновили 50 мл, вот так теперь выглядит. И наш любимый спрей, все по той же цене, как бы осталось 149 рублей, он как был, так и есть. Бальзамчик тоже супер. Вот, вот крем, в который я влюбилась, девчонки. Кислородный питательный крем для лица. Я сейчас использую его на день. У меня кожа просто в диком восторге. Давайте пониже вас немножко прямо вот так опущу. Прям просто в диком восторге. Съедает его полностью, дышит. Очень рекомендую, прям вот очень. У нас есть увлажняющий, а есть питательный. Но так как у нас сейчас холодное время года, мы с вами на день выбираем питательный, а на ночь у нас уже идет увлажнение. Пенка, как всегда, тоже на высоте. Кремы для век, как вы знаете, я не беру. Кислородное сияние у нас обновилось, вот так выглядит. Для сухой, шелушащейся кожи могу эту серию порекомендовать на холодное время года. У нас с вами обновилось увлажнение. То есть теперь я не знаю, улучшили они формулы или нет. Да, формулы тоже улучшили. Так, у нас с вами обновилось питание и обновилось у нас с вами, как он правильно называется, баланс. Баланс у нас, смотрите, BB-крем матирующий. И дневной крем для лица, писали матирующий дневной крем для лица. Сейчас так не пишут, но я думаю, что он тоже будет в своей функции хорошо справляться. Это для жирной кожи серия. Здесь у нас с вами цинк и ниацинамид в составе. Так, по двухфазке будет отдельный ролик немножко попозже, девчонки. Еще пока до нее руки не дошли. Очень много всего на обзор, поэтому немножечко попозже, даже после обзора каталога. Вообще, прошлая версия мне не нравилась, щипала глаза. У кого-то все наоборот, то есть кому-то только эта мицеллярка подошла. Поэтому все мы разные, да, надо пробовать и смотреть. Про уход на холодное время мы с вами уже в прошлом каталоге разговаривали. Карбокситерапия будет по хорошей цене, прям рекомендую взять. Это все три шага за 700 рублей со скидкой консультанта. Просто шикарно делать прям через день на постоянной основе, не забывать. Эффект увидите обязательно. Коллаген, любимая линейка скидки. Гиалуронку тоже можно уже брать. В холодное время уже не должна на подкожников вызывать. Великолепная серия. Обожаю прям ее. ICU тоже. Масочки у нас теперь по 50% скидка. NFOW. Буду брать еще Ксюшке, она прям подсела на эти патчи, подсела на уход, ухаживает за собой. Хочу ей взять еще корректор и полоски для очищения. И тоник у нее из этой серии закончился. А черных точек почему-то нам его не напечатали. Надеюсь, на складе будет. Так, по Эксперт. Пилинг великолепный. Нравится ночной. Так, ночной, где у нас ночной? Вот он, активный ночной отбеливающий крем. Сейчас практически его добила, заканчивается пузырек, нравится. Знаете, есть накопительный эффект, есть такой момент, что пигментация становится светлее. Если это все совмещать еще с кислотным уходом, с пилингами, с сыворотками, с кислотными, то, конечно, можно все за зиму убрать. Но если у вас там десятилетиями не запущенная пигментация, то за зиму, да, можно убрать. Сыворотка тоже в диком восторге. Ничуть не хуже, чем была прошлая версия. Тоже имеет накопительный эффект. Пользуемся каждый день обязательно, хотя бы раз в день, а лучше утро-вечер. И видим, как наши реснички растут, удлиняются, и бровки в том числе тоже. Мне нравится, я сейчас стараюсь, прям почти не забываю. Но брови точно постоянно, потому что иногда про сыворотку вспоминаю, когда уже ресницы накрашены. Вечером, конечно, забывается. Так стараюсь не забывать. И тогда эффект действительно будет виден. Если вот прям пропускаете, то что мажешь, что не мажешь. Надо прям каждый день обязательно. Не знаю, почему она так именно работает, но надо. Faberlic пропали все красные помады. Вы в курсе? Вот у меня моя Танюшка, консультант, ищет красную помаду. Даже не столько красную, сколько такую красно-бордово-сиреневую. Ну, в общем, посмотрите, остался сплошной нюд. Ну, вот чисто красных, ярких оттенков. Прям практически нету. Не знаю, куда подевались. Вчера прям все приложение излазило. Нету, нету, представляете? Так, где у нас новинка туши? Есть про нее что сказать?
По поводу теней мы с вами тоже уже разговаривали. Скоро надо будет по программе возьму свою палеточку, обновлю. У меня уже заканчивается скульптор. Вы спрашивали, какой палеткой я пользуюсь. Я все время говорю, там, где оттенок румян, освежающий, яркий. Видите, он здесь темный, сиреневый, землистый. Мне не нравится. Вот мое лицо лично этот оттенок старит. А вот тут, вот где коралловый, я прям контуринг делаю, как скульптор, и немножечко прям беру румян. Получается, ну просто обалденно. Вот этот оттенок. Золотое сияние 63-34. Использую уже много-много лет. И буду использовать, потому что для меня это прям идеальная палетка. Все там гармонично. Кто пользуется хайлайтером, и хайлайтер, и высветить все. Лайки, девчонки, кто пробовал, пишите отзывы. Из випов я имею в виду. Я не стала брать, потому что обычными лаками не пользуюсь. Поэтому эта новинка прошла мимо меня, хотя они были доступны. Монарда любимая, 45%. Надо будет взять в запас. Вообще здесь все люблю, что связано с маникюром. У Фаберлик очень достойная. Кисточки по желтым ценникам. Любые две со скидкой 40%. Я не знаю, их обновлять будут или нет, но у нас их практически нет на складе. Смотрите, какой ассортимент для теней. Даже нет ни одной кисти. То есть только вот такие большие, все. А, это любовь. Это любовь, девочки, это любовь всей нашей семьи. Всем очень нравится. Моему мужу понравилось, как на нас звучит. А, Ксюшка каждое утро перед школой себе разочек пшикает. Крис прям просит все время. Всем понравилось. Я не знаю, в этом каталоге или в следующем, может быть. Но я повторю обязательно покупку, потому что у нас заканчивается. А, очень классный аромат. А, пробник. Артикул 32-24. Если как бы, ну, сомневаетесь, возьмите пробник. А так мы прям в восторге. Не сильно стойкий, по стойкости вот как классический мурмур, средняя стойкость, но он такой вкуснючий. Мне кажется, он очень красивый, очень здорово будет раскрываться на морозе, когда вот пойдут первые морозы, воздух уже будет такой морозный, он будет звучать вообще, ну, невероятно красиво. Окутывать прям и так далее. Очень много желтых ценников на парфюмерию заметили, на мужскую, на женскую, еще на восьмой элемент. Прям хорошие, вкусные цены, скидок много. И новинок у нас с вами здесь много, и скидок много, каталог потрясающий. А, малышки, миниатюры, пожалуйста, Дезирабль, Юдашкин, оба, Юдашкин мужской, Глориус мужской, и еще Эфиерик, Амора Дезиака, Бьюти Кафе, вот за копейки можно взять парфюм, за меньше 300 рублей, наверное, если скидка 26% обойдется, вообще за копейки взять и потестить какой-нибудь аромат, если вы с ними не знакомы, но очень хочется. Так, по поводу краски, меня спросили, почему не краситесь краской Фаберлик? Потому что нет здесь такого оттенка, который мне нужен. Вот единственный, который мне нравится, это 10-17 и 9-16. Но мне эти оттенки очень светлые. С чем-то их миксовать, даже с семеркой. В уровне семерки, ну вот даже если взять 7-17, десятку и девятку миксовать тоже. Мне очень светлый тон получается. Мне надо немножко потемнее. Поэтому я последний год, наверное, если вы заметили, уже постоянно приблизительно одного и того же цвета, да, подбираю себе краски, какие мне нравятся, какие нужны, какие я хочу. Да. Я уже особенно не экспериментирую, волосы крашу крайне редко. В основном это там тонировка на тройке, на полторашке. Поэтому, ну, нет здесь оттенка, который мне подходит. Был бы вот уровень восьмерки таких цветов, как 10-17, да, конечно, я брала бы Фаберлик, даже вообще не вопрос. Но почему-то нет, не знаю, может быть, выпустят. Пена для ванны прекрасно попробовали, замечательно пенится, все отлично, все супер. Гели для душа огромные по скидкам у нас тоже. Перчатку оценила, девчонки, прям очень хорошо отшелушивает. Я сначала подумала, что прям такая будет ядреная на сухую, когда мы с вами пробовали, но мокрая с гелем для душа нет. Знаете, такой деликатный пилинг для кожи, я бы вот так назвала, прям скрабирование получается очень хорошее, отшелушивает, кожа нежненькая, потом мягенькая такая, просто прелесть. Так, что у нас тут с вами дальше еще и из новиночек. Много, кстати, акций в этом каталоге, где тоже 1 плюс 1 равно 3. Прям вообще в последнее время эти акции часто встречаются. Интимку буду брать, закончили. Скидка 55%. Вот за 249 рублей. Гель мне не нравится. Подсушивает. Так, любое средство для ног 129 рублей. Вот, смотрите, как бонус за покупки. Замечательно. Антипреспирант сейчас на холодное время не нужен. Тонизирующий можно взять или крем-компресс. Бальзам для стоп гладкие пяточки у нас с вами так всегда за копейки. Тут цены прям смешные, смешнючие. Бальзамчик Крис оценила. Тоже очень понравился. Он у нее прям стоит на полочке. Она перед прогулкой берет и тоже красит губки. Салфетки, они у нас уже с вами не новинка. Уже давно мы с вами ими пользуемся. Хочется, чтобы большие перевыпустили. А маленькие пачки хорошо, удобно брать с собой. Но дома хочется, чтобы лежала большая. Так, по БАДам.
Что-то надо было мне взять в запас, то, чего нет. Вот нет Energy Boom у нас давно на складе очень. Как разобрали по акции, нет очень давно Ньютоник. Как бонус за покупку будет Омега. Я беру Омега-3 Форте. Надо будет запастись. По 499 рублей каждая. Хорошая очень цена. Вот. У нас нет на складе того, что вот очень нужно. Как раз на учебный процесс хотела ребенку Ньютоник. Себе люблю иногда Energy Boom. Нету, ничего нету. Зато и живица по хорошей скидке. Сегодня уже будем открывать вторую баночку Магний плюс B6. Дети спят прекрасно, дети высыпаются. Очень хорошая штука, вкусная. У меня прям с удовольствием пьют. Если D3 противно, я им в ротик прям капаю. Они его быстрее запивать чем-то, то магний нет. Магний все отлично, все замечательно. Секреты Востока классная штука, особенно после перенесенных заболеваний по типу ковида, там затяжных простудных каких-то, очень хорошо работает. Бальзам Эдигера, кстати, сейчас пью. У меня как раз сейчас вот затяжная эта болезнь. Наконец, вроде как из нее выхожу. Вот эта осиплость голоса, кашель. Очень долго болело горло. И я, как медик, не принимаю лекарства. Я лечу себя БАДами. Ну вот да, я так люблю. Пусть это будет чуть подольше, но мой организм встретится с вирусом, я не нарушу им вот эту коммуникацию, чтобы при повторной встрече он уже встретил и сразу уничтожил ту или иную бактерию или тот или иной вирус. Но это, в общем, тема такая достаточно острая, поэтому мы ее оставим. Вот они даже в каталоге не печатают ни Energy Boom, ни Ньютонику уже давно. А жаль, будем ждать. Надо в обратную связь написать. Так, прокладки у нас 40%, а на нейроскакалку у нас, да, и эспандер будет 299 рублей цена. Так. Аромя, сковородка. О, я рада, девчонки, что взяла ее. Я вообще думала, она немножко будет по-другому выглядеть, потому что нам ни в каталоге, ни в карточке товара дно не показали. Но все отлично, да, она легкая, она такая простенькая прям. Смотрите. Так, это у нас что? Крышка. Сковородки, да, действительно, в трех размерах, я ошиблась. 22, 26 и 28. То есть 26, кто-то написал сегодня, что сковородки дорого, Фаберлик, можно найти дешевле. 1100, 26 диаметр, это недорого. Прошлые коллекции, да, я согласна, они прям вот дорого как-то. Ну, я брала на маркетплейсах там и так далее. Здесь у меня с моей 26% скидкой 1100 вышла сковорода 26 сантиметров. Это совершенно недорого. Пока дно не темнеет, то есть я на постоянной основе уже больше 10 дней ей пользуюсь. Несколько раз в день, то есть с утра мы жарим яичницу обязательно, у меня младшая дочь любит. Вечером я что-то готовлю, котлеты, зажарку в суп и так далее. Непрерывно использую. Нет, дно пока не потемнело, сковорода выглядит прекрасно, не царапается, очень хорошо жарит, не горит. Прям хорошо. И блинчики, и оладушки уже все на ней готовили. Мне понравилось. Можно было бы взять и больше. Вот здесь я считаю завышено. Вот здесь я не знаю за что. 24 даже сантиметра, да? У нас 2800. Вот тут я, ну, не знаю за что, чем они отличаются. Мне кажется, еще хуже. Я вот такие крепления терпеть не могу. Поэтому эту коллекцию я не брала, нет. А тут очень демократичные цены и хорошая такая сковородочка. Прям я такие люблю. Буду брать ножи. У меня ножи все поломались, девчонки. Маленькие парочку, наверное, какие-нибудь возьму. Как-то так случилось, что прям сразу резко сломалось два ножа. Один купила в фикс-прайсе, а гадость такая редкостная. Нет, конечно. Так, вот продукт, который я сейчас буду ругать очень сильно. Это мультигель для стирки с кондиционером. Новинка, да? Я потестировала этот гель вдоль и поперек. И что хочу сказать? Он не вымывается. Я добавляла колпачок. Стирала полотенца. Там 4-5 полотенец. И налила целый колпачок геля 60 градусов на час с хорошим полосканием, все. Он не выполаскивается. Я еще 3 раза полоскала полотенце, и то до конца он не выполоскался. Вот так у меня. Кто попробовал уже, или кто заказал и попробует, обязательно пишите ваш комментарий по этому поводу. Стирала с ним по-разному, добавляла вот совсем немного, то есть там половинку колпачка, да, и отстирывает он гораздо хуже, чем порошок наш, и не выполаскивается. Поэтому нет, я как не любила гели, так и не люблю, а вот этот, естественно, вообще не повторю. Я достаю полотенце, они вот так вот все сжатые и все пенятся, понимаете? Я полоскаю еще раз, ставлю на полоскание машинку, еще раз, опять то же самое. И вот 3 раза полоскала уже, думаю, ну ладно, чуть-чуть осталось, не стало, поэтому мне не понравился. Но вы обязательно попробуйте и напишите. Может быть, так только у меня. А у вас все будет замечательно. Зато мы с вами пролистали, наверное, нет? Из этой серии, девчонки, спрей. Где он? Нет, его еще нету.
Это спрей пятна. Вот он милый. Это вообще что-то с чем-то. Это как жидкий перкарбонат. Я возьму 3 бутылки, наверное, в запас. Скидка 40%. Ну, 2 точно. Ну все вообще, ну подоконники белые, пластиковые, пятна, единственное, на застарелых, да, пятнах у меня не справился он, но там ничего не справляется, там ни перкарбонат, ни порошок, ничего не берет, я не знаю, что это такое. Поверхности все, налет вообще удивил на раковине, на ванной, где угодно. Формат очень-очень удобный, руки сушат, поэтому работаем в перчатках. Объем большой, 500 мл. Вот эту штуку прям сильно рекомендую и сама в запас буду брать. Желтые ценники на парфюм и на пластины. Ловушки надо взять, у меня заканчиваются уже. Мне сначала вот этот формат понравился, но нет, после японской линейки спрея ничего разводить не надо, уже все разведено, уже все удобно, уже все прекрасно. Порошки сыпучие буду брать обязательно, в этом каталоге закончились. По 333 рубля со скидкой с моей они выходят, 2 пачки какие-нибудь опять возьму. Все-таки лучше сыпучих наших порошков нет ничего, даже наши гели и еще что-то. Полотенце со скидкой 40%, 2 любых по 169 для мытья посуды, хорошая акция. Но у меня пока еще есть. Вот от этой новинки тоже я в восторге. Девчонки, я вчера чистила батареи. В Дзене снимала ролик. Кто не подписан, проходите. Чистила батареи, тюль стирала. Как удобно. Невероятно удобно. Вот этой штукой ворсистой. Все батареи внутри, сзади прочистила. Влажной потом тряпочкой прошлась. И чистота, и красота. Очень удобно. Прям везде пролезает. Замечательно. Я прям оценила этот гаджет для уборки. Мне очень понравился. Колготки еще какие-нибудь буду брать обязательно, а то взяла себе красные. Надо еще одни какие-нибудь классические. В конце у нас с вами что-то типа распродажи. Хорошие, кстати, коктейльные такие ароматики, фруктовые, на осень, сладенькие, окутывающие. 30 мл здесь мне нравится. Помадки, карандашки. Вот карандашей для губ тоже очень сильно не хватает. Очень не хватает. Осталось 3 оттенка, которые не надо. Softmate за копейки у нас тут с вами. Тенюшки у нас опять по акции дешево, сердито. И вот тушь. Девчонки, тушь вообще тоже произвела вау впечатление. Ну просто вау. 149 рублей она будет как бонус за покупку. У меня тут каталог что-то потек местами. 149 рублей, то есть где-то 110 рублей со скидкой консультанта. Но это смех. Согласны со мной? Она действительно очень круто удлиняет. И объем тоже есть. Совершенно не отпечатывается. Легко смывается. Очень понравилось то, что она фиксирует реснички так, как ты их уложил. То есть подгибает хорошо, наверх приподнимает. И так они весь день. У меня просто от некоторых тушей они потом обратно опускаются. Нет, а здесь весь день они такие. Очень порадовало в этом плане. Единственное, что мне кажется, когда начнет подсухать, прям будет много комочков. Это у меня такое впечатление сложилось. Не факт, что так будет. Но тушь за сотку, не знаю, я 2 штуки, наверное, себе возьму тоже в запас. Менять каждый месяц, но это вообще не вопрос, согласны? Кисточка удобная, с 2 слоев, вау, эффект можно сделать. Прям действительно так, сами ролик видели, обзор, да? Тушь классная, прям вот рекомендую, я подружилась. А бонус, а подарок для новичков у нас тоже будет тушь на выбор. Из тех, что предложены, не знаю, любую, в принципе, смотри, какая вам нравится, обе с силиконовыми кисточками. Помадка красивучая. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под роликом в инфобоксе. И вот тут вверху тоже есть подсказочка. Или пишите в личку. Все контакты свои всегда оставляю под роликом. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.